Здравствуйте, друзья! Несколько минут назад СМИ сообщили, что актер Михаил Тощев скончался в возрасте 60 лет. Его не стало еще 24 сентября, но СМИ сообщили об этом только сейчас. Причина смерти – сердечный приступ. Близкие по неизвестной причине почти месяц скрывали эту страшную новость, поэтому друзья актера и близкие не смогли прийти и с ним проститься, проводить в последний путь. Одной из первых на весть о смерти знаменитости отреагировала актриса Елена Валюшкина, с которой Тощев снимался в «Универе», а потом несколько лет служил на одной сцене. Цитата: «Не верю, что Миши нет. Кажется, что только отпраздновали его юбилей. Он был жизнерадостным, ничего не предвещало. Я разбита», – написала актриса. Также слова соболезнования уже выразили Александр Яцко, Юлия Пересильд и Любовь Толкалина. Напомним, Михаил Тощев перешел на экраны со сцены театра в 2005 году. За время своей профессиональной карьеры он сыграл в более чем 50 проектах. Массовому зрителю он известен по ролям в сериалах «Интерны», «След», «Перевал Дятлова», «Дальнобойщики», «Универ», «Новая общага» и многим другим.